Добрый день, уважаемые коллеги! Следующий наш вебинар будет проходить в несколько иной форме, чем обычно. И сегодня мы проведем анализ результатов диагностики на АПК-видопульс и назначение рекомендаций на конкретно взятом примере. Итак, следующая ситуация. К нам на прием обратилась женщина, не очень хорошо видно, но тем не менее. Значит, женщина в возрасте 60 лет, я обращаю внимание на фактор возраста, на такого среднего, довольно крепкого телосложения при росте 163 сантиметра, 69 килограммов вес. Это антропометрические данные и возрастные данные. Вот она к нам обратилась, и обратилась она со следующими жалобами. Ну, то есть общение с пациенткой мы начали не с того, что сразу ее начали обследовать на АПК-видопульс, а вначале выяснили, какие жалобы предъявляет эта пациентка. Ну, и вот жалобы, которые удалось выяснить, они вот здесь представлены на этом слайде. Это слабость, утомляемость, быстро человек устает, снижение работоспособности. А такое что-то более конкретное, это вот жалобы были, которые касались тошноты и, как сказала пациентка, боль под ложечкой. Ну, переведем на более грамотный язык, это боль в эпигастрии. Тяжесть в эпигастрии – это верхний этаж, верхний отдел, так скажем, живота. И причем боли, которые отмечаются натощак, то есть на голодный желудок. Соответственно, прием пищи эти боли несколько, так скажем, уменьшал. Вот основные жалобы, которые были предъявлены. Ну, после этого мы сделали запись на АПК-видопульс, отредактировали эту запись, да, оценили ЭКГ, кардиоинтерволограмму, скотерограмму, ну, то есть технические моменты, которые, ну, я опускаю сегодня в нашем разборе, и перейдем уже сразу непосредственно к диагностическому модулю. И все прекрасно знают, что мы начинаем диагностику с модуля индекса. Итак, значит, открываем модуль индексы по конкретной данной пациентке, и перед нами 4 индекса, всем хорошо известные. Почему мы начинаем всегда с этого модуля? Потому что он является довольно простым, наглядным, информативным для любого человека, для специалиста, для неспециалиста, и где мы получаем такую как бы очень быструю информацию о том, а кто перед нами в данный момент находится, в каком в целом состоянии находится человек. Итак, давайте оценим эти индексы. Первый индекс – это индекс стрессового напряжения, который, ну, я буду озвучивать, составляет 175. И, соответственно, он помещается в коридор относительной нормы. То есть это широкий вариант нормы. Если мы сопоставим его с индексом ценовой адаптации, то они находятся вот в прямом соответствии. Цена адаптации совершенно адекватная. То есть энергозатраты, процесс энерговосстановления совершенно сбалансированы. Если мы оценим индекс морфофункционального состояния, то мы видим, что показатель попадает во второй коридор. Это показатель, который нам говорит о среднем, так скажем, состоянии, о снижении работоспособности, о неком таком среднем состоянии в целом. И оценим скорость биологического старения. Вот на момент записи, на момент снятия информации мы получили этот показатель, который составляет 5,7. То есть показатель довольно высокий, и он уходит, видите, вот в красную зону. И это нам говорит о том, что, ну, женщина находилась, так сказать, в состоянии относительного спокойствия, но тем не менее, видите, показатель такой большой, что свидетельствует о преобладании процессов возбуждения над процессами торможения. То есть что-то такое происходит в организме, на что тратится больше сил, чем это нужно было бы.
Но в целом, оценив эти все показатели, мы можем сказать, что состояние, так скажем, не удручающее, не крайне тяжелое, а такое, ну, средненормальное, да, ближе даже где-то к нормальному. А теперь давайте посмотрим и оценим регуляторные механизмы. Те механизмы, которые управляют и задают тон в целом функции организма данной пациентки. Ну вот, опять же, плохо видно, но первое, на что мы обращаем внимание, это на показатель Total Power. Total Power, и он нам дает информацию в целом о состоянии жизненных ресурсов, адаптационных возможностей. И этот показатель равен 1398. 1398, как нам известно, показатель несколько меньше нижней границы нормы, которая составляет 1500. Но тем не менее, показатель не катастрофически низкий. 1500-1300, мы говорим, этот показатель средней нормы. Так называемый показатель для middleman, да, для среднего человека. Но есть широкие показатели этого параметра, которые варьируют от 1000, нижняя граница совсем низкая, и вверх, если идти, то где-то 1000 до 5. Поэтому 1398 – это показатель, конечно, меньше, чем хотелось бы, но не настолько, чтобы вот можно было говорить о каких-то вот, о каком-то серьезном снижении. Теперь обратим внимание на вот эту круглую диаграмму, где четко в долях показано, а за счет чего идет регуляция всеми физиологическими функциями. И мы понимаем, что ведущую роль в регуляции берет на себя вегетативная нервная система, то, что мы называем сегментарный сегмент, первый уровень регуляции, который, как вам известно, представлен двумя отделами – симпатическим и парасимпатическим. А совсем немножко, примерно треть, роль регуляции берет на себя центральное звено. Таким образом, централизация управления ритмом и привлечение более высокостоящих и дорогостоящих механизмов регуляции, которые бы влекли за собой очень высокие траты энергии, в данном случае нет. Со всеми нагрузками справляется первый уровень регуляции – вегетативно-нервная система. Однако, если мы разберем влияние отделов вегетативно-нервной системы, мы видим, что явно преобладает красный фон. Красный фон, то есть это симпатический отдел вегетативно-нервной системы, тот, который отвечает как раз за возбуждение, за активацию, за мобилизацию, за работоспособность. И вот это соотношение между собой возбуждающего отдела, то есть симпатического, да, который так называется в физиологии, и парасимпатического, зеленого, который отвечает за механизмы релаксации и торможения, выражается вот в этой нижней дроби. Это соотношение, которое равно в данном случае 5,7. Вот эти 5,7 мы и наблюдали в предыдущем слайде, когда оценивали показатель индекса. Вот он, 5,7, соотношение механизмов возбуждения и торможения. Мы теперь понимаем, откуда такая большая цифра. А такая большая цифра из-за того, что у данного конкретного человека в регуляции преобладают как раз вот этот возбуждающий механизм. И вот, видя уже эту картинку, плюс телосложение, да, которое мы увидели, когда к нам эта пациентка зашла, такое довольно плотное, коренастое, и, конечно же, ведущая роль в регуляции симпатического отдела вегетативно-нервной системы, нам уже как бы наперед, немножко забегая, позволяет думать о том, что это представитель ПИТа типа Конституции. Ну и нам это, конечно же, необходимо для того, чтобы в дальнейшем определять и делать определенные назначения. Но будем идти по порядку. Следующую вкладку, которую мы смотрим, это вкладка гистограмма. Основные моменты, на которые мы обращаем внимание, это, конечно же, в какую сторону, да, вправо-влево смотрит гистограмма. Здесь имеется тенденция смещения ее влево, туда, где показатели кардиоинтервалов становятся короче. Это признак учащенного сердцебиения, и вот частота сердечных сокращений у этого человека составила 89 ударов. Это несколько больше, чем это необходимо в норме. Напомню, норма 60-80 ударов в минуту. Значит, это признаки
такой относительной тахикардии, учащенного сердцебиения. Обязательно обращаем внимание на основание гистограммы. Основание гистограммы, я напомню, это разница между максимальным значением РР-интервала и минимальным значением РР-интервала, которая вот здесь в таблице составила 186,6, что также является нормой, так как норма находится в пределах от 150 до 250. И еще один очень важный показатель, который мы смотрим в гистограмме, это самый высокий синий столбик, вот он, который мы называем амплитуда моды, который выражается в процентах. И опять же, мы тоже об этом знаем, что он не должен быть в норме больше, чем 50%. Вот у данной пациентки он 43%. Значит, интервалов с определенной продолжительностью времени было больше всего, и составило это значение 43%. Таким образом, вариабельность ритма сердца, или другими словами, основание гистограммы, или ширина гистограммы, плюс нормальные значения, да, плюс нормальные показатели амплитуды моды, приводят к тому, что индекс напряжения, или по-другому мы его называем индекс стресса, находится в пределах широкого коридора нормы. То есть он не достигает показания 200. Следующий модуль, который мы рассматриваем, это модуль баланс. Ну, мы уже даже предварительно определили, что данная пациентка является представительницей ПИТ типа конституции, и данный модуль нам наше, так скажем, подтверждение еще более подтвердил и просчитал нам баланс ДОШ, где мы видим, что, конечно же, преобладает ПИТа ДОШа, ее показатель 4, на втором месте ВАТа 2,7 и на третьем месте КАПХа, и этого показателя меньше всего, 2,1. Таким образом, перед нами человек ПИТа типа конституции. Вспоминаем жалобы, да, основные. Жалобы основные были связаны с расстройством пищеварения, тошнотой, неприятными ощущениями, с болями на голодный желудок. И мы понимаем, что для представителей питотипа заболевания пищеварительной системы очень-очень характерны. Следующую вкладку, которую мы открываем, это вкладка «Атлас». Ну, вместе это модуль, который объединяет как бы две позиции. С одной стороны «Атлас» и дополнение, расширение – это непосредственно меридианы. Но вначале мы, конечно же, открываем вкладку «Атлас» и непосредственно ее демонстрируем вашему, ну, вернее, нашему пациенту, где наглядно видно, какие системы, какие функции каких систем отклонены от нормы. Неоднократно говорю во время обучения, во время каких-то консультаций, ответов на вопросы, что мы сейчас с вами диагноз не поставим. Чтобы поставить диагноз, да, конечно, мы учли характер жалоб. Мы сопоставили с типом конституции, и даже мы увидели вкладку «Атлас» в качестве такой вот надежной подсказки и обратили внимание, что именно желудок у данного человека попадает в красный, так скажем, выделен красным цветом, что говорит нам о том, что со стороны функции желудка имеется выраженное напряжение. Но мы понимаем, что это обострение, острота ситуации, которая сейчас на данный момент имеется вот со стороны функции желудка, функции его функционального состояния. Диагноз какой-то конкретный, который может нам сказать сама пациентка, принести карточку, показать, мы ставить не вправе. Мы не посмотрели морфологию, да, мы не посмотрели глазом, мы не сделали ФГС, мы не взяли там биопсию, мы не провели ни одного клинического исследования, который бы подтвердил наш диагноз. Диагноз мы ставить не вправе. Мы видим, что здесь у данного человека есть изменения, есть нарушение функции желудка. Дальше будем смотреть по дальнейшим вкладкам и раскручивать эту ситуацию. Помимо того, что желудок попадает в красный цвет, и на то, что мы в первую очередь обращаем внимание, есть и системы, которые, как вы видите, попадают еще и окрашены желтым цветом. Желтым цветом окрашены именно те системы, которые на данный момент находятся в таком функциональном состоянии, что мы думаем о
том, что функции, которые протекают, да, в этих системах, они несколько ослаблены. То есть функционально идет истощение, обеднение, такое ослабление энергетических процессов именно вот со стороны тех систем, которые выделены желтым цветом. Еще раз хочу сказать, но первое, на что мы обратили внимание, это, конечно же, на выраженность процесса со стороны желудка. Следующий модуль, следующее функциональное расширение – это меридианы. И вот меридианы, они, конечно же, сочетаются и идут вместе с кладкой атлас, однако меридианы дают несколько более подробную характеристику состояния человека. Ну, давайте разберем конкретный пример. Две крайние ситуации. Истощение, то есть синдром пустоты, то, что у нас выделяется желтым цветом и в атласе, и во вкладке меридианы. Вот они, сектора, выделены желтым цветом. Они, конечно же, совпадают с теми выделенными желтым цветом системами, которые мы видели с вами в атласе. И вторая крайняя ситуация, это, конечно же, соответственно, то, что находится в состоянии выраженного напряжения. Выраженное напряжение – это вот опять меридиан желудка. Меридиан желудка, третий, вот он находится в состоянии выраженного напряжения, и его функциональная активность, которая просчитывается по стубальной системе, составляет 79,6 условных единиц. То есть все, что перешагивает границу 75, говорит нам о том, что данная система работает с повышенным напряжением, с повышенным затратой ресурсов, говорит о неком остроте, процесса, который вот со стороны данной системы имеет место быть. Это все нам подтвердило Атлас, это мы все видели, еще раз убедились во вкладке «Меридианы». Но во вкладке «Меридианы» есть те моменты, которые хотелось бы на них обратить внимание и нужно обращать на них внимание, которых нет во вкладке «Атлас». Прежде всего, конечно же, нас интересует то, что попадает в розовый фон. В розовый, да? То есть есть ярко-красное – это состояние напряжения, а здесь розовый. Розовый фон попадает в меридиан 8-й, это меридиан почек. Вот он, выделен здесь. Он незначительно, но все же напряжен. А теперь давайте сопоставим два компонента, то, что мы видим по вкладке меридианы. С одной стороны, напряжение меридиана почек. Меридиан почек в целом, да, функция почек – это контроль за объемом циркулирующей жидкости в организме, за объемом жидкости. Ну, будем так говорить, за объемом циркулирующей крови, объемный показатель. С другой стороны, мы видим, что в желтом фоне задействован меридиан перикарда, 9-й меридиан. И его функциональная активность не выражена. То есть здесь происходит некое истощение. Но меридиан перикарда, который отвечает за активность сосудистого тонуса, непосредственно за регуляцию сосудистого тонуса. Ну, а чтобы было понятно, сосудистый тонус формируется за счет активности работы мышечных элементов самого сосуда. Гладкие мышцы есть в сосуде. И, соответственно, эти мышцы, вернее, гладкие, они могут быть либо очень напряжены, и тогда сосудистый тонус очень высокий. И крови по таким сосудам протекать очень сложно. Кровь испытывает сопротивление, высокое сопротивление. Либо эти гладкие мышцы могут быть расслаблены, и, соответственно, кровь, протекая через такие сосуды, никакого сопротивления не испытывает. И, соответственно, ну что, течет легко и свободно. Так вот, совокупность вот этих двух факторов. С одной стороны, это состояние стенки сосудов и активности, которая явно затронута, да, функциональное изменение здесь есть. А с другой стороны, объем жидкости, который по этим сосудам протекает, это два важных параметра, которые формируют следующий важный показатель гемодинамики, такой как артериальное давление. Таким образом, сочетанность вот этих двух меридианов, даже пусть они в разной направленности активности, да, один в ослаблении, другой в неком напряжении, свидетельствует о том, что у
этой пациентки имеется нарушение со стороны регуляции артериального давления. Регуляции артериального давления. Это может быть все, что угодно. Мы пока давление не измеряли и цифр не знаем. Но видя такую вот картинку, мы понимаем, что здесь это может быть все, что угодно. Это могут быть склонности к гипертоническим кризам, то есть к повышению давления. Это может быть склонность напротив гипотонии, либо это могут быть вегетососудистые изменения, которые сопровождаются в зависимости от ситуации либо повышением, либо понижением артериального давления. Таким образом, мы выявили еще, так скажем, затронутую в патологический процесс систему, связанную с регуляцией артериального давления. Вот что нам дала вкладка меридиана. Двигаемся дальше. Следующий модуль, который мы рассматриваем, это недана. По вкладке недана есть несколько включений. Первое включение, которое мы разбираем, это субдоши. Вот конкретная ситуация, конкретная пациентка. Что же мы здесь видим? В первую очередь хочу сказать, что когда мы рассматриваем вкладку субдоши, мы в первую очередь обращаем внимание на состояние тех субдош, которые находятся в красном фоне, то есть находятся в состоянии напряжения. Это говорит о том, что они явно вышли из своего, так скажем, функционального равновесия, энергетического баланса. Показатели ДОЖ, которые находятся в желтом фоне, можно рассматривать как некое такое вот, ну, широкое варьирование. Поэтому первое, что мы здесь видим, это резкое увеличение кледака капхи. То есть по субдоше капха идет такое вот мощное, можно даже сказать, напряжение со стороны кледака. Что же такое кледака? Кледака дословно переводится как вода, увлажняющая пищу. Это такой дословный перевод. Мы же понимаем, что кледака – это слизь, которая находится в желудке. И слизь – это необходимо. Она является третьим компонентом желудочного сока. И функция ее заключается в том, чтобы защищать слизистую желудка от различных агрессивных факторов. Что же является агрессивными факторами в желудке? Мощным агрессивным фактором является компонент желудочного сока, который называется соляная кислота, H-хлор. И именно наличие соляной кислоты, во-первых, она необходима. Она необходима для нормального пищеварения. Не будет кислой среды, оптимальной кислой среды, не будут работать ферменты желудочного сока, не будет происходить правильное усвоение пищи. Но те моменты, когда повышается кислотность, и вы наверняка знаете, да, есть гиперцидные, гипоцидные состояния, от слова гипер много, ацидом кислота, то защита, и становится много соляной кислоты, а она агрессивная, это химический компонент, в чистом виде соляная кислота у нас находится, вырабатывается в желудке, она раздражает слизистую желудка, то есть стенку желудка. И она может ее раздражать до того, что вызывает, ну, вначале воспалительный процесс. Затем этот воспалительный процесс может плавно и постепенно переходить в эрозивный процесс образования эрозии, нарушение слизистой поверхностной. А, так скажем, более запущенная ситуация – это идет образование язвы, то есть дефект слизистой, к которому приводит вот это вот химическое агрессивное действие соляной кислоты. Так вот, наш организм, он устроен очень мудро, и на каждое действие есть противодействие, есть определенные факторы защиты. И вот кледака, она как раз свидетельствует о том, что в данном случае выделяется очень много слизи. Слизь как опосредованный фактор, который выделяется на гиперпродукцию соляной кислоты. Гиперпродукция соляной кислоты является одним из признаков, то есть мы так в копилочку все собираем, видя симптомы, да, видя основные проявления на предыдущих вкладках, и теперь мы видим, что вот слизи, гиперпродукция слизи как ответная гиперпродукция на повышенное выделение соляной кислоты, это является признаком нарушения функции со стороны желудка, ну, конечно же, гиперцидной, то есть с повышенной кислотностью однозначно. Ну, а что там? Гастрит там или язвенный процесс? Мы судить пока не беремся. Это то, что касается первопричины. Да, жалобами, которыми к нам пришла пациентка, и с теми всеми показателями, которые мы видели.
Но теперь давайте еще посмотрим на вкладку субдоша и обратим внимание на субдоши вата доши. И в данном случае мы видим вот вьяна. Вьяна тоже выходит из своего равновесия и попадает в такое вот, так скажем, незначительное напряжение, но тоже в красный фон. Но если сравнивать его с кледакой, то, конечно же, менее напряжена. За что же отвечает вьяна субдоша? Ну, непосредственно это та субдоша, которая, если можно так выразиться, она концентрируется в сердце и распространяется через всю сосудистую систему и в целом управляет системой кровообращения. Система кровообращения, сердце и сосуды, движение крови по сосудам. Сердце выбрасывает кровь в сосуды, тогда, когда сокращается, и сообщает крови так называемую кинетическую энергию, ту энергию, с которой кровь должна пройти по большому, малому кругу кровообращения, да, то есть пройти через все сосуды организма и вернуться обратно к сердцу. Так вот, контролирует систему кровообращения, движение крови по сосудам, управляет этой системой, так скажем, контролирует тонус мышечной стенки. Что мы опять видим, да? Мы видели перед этим во вкладке «Меридианы», я вернусь снова. Вот, да, два меридиана, которые вовлечены в процесс почки и перикард, и уже предположили, что здесь явно есть какие-то проблемы, связанные с регуляцией артериального давления. И когда мы увидели в легком напряжении вьяна субдошу, ну, наши, так скажем, подозрения оправдываются. То есть данного человека, и, скорее всего, да, будем так говорить, имеются нарушения со стороны регуляции артериального давления. Следующая вкладка, это все идет недана, мы открываем тхату, и вот здесь нас ждет опять еще один сюрприз. Опять мы обращаем внимание в первую очередь то, что находится в состоянии напряжения, то, что напряжено. Очень сильно напряжена ракта. Ракта уходит, даже становится больше, чем 8. Напряжение ракты это всегда является косвенным признаком воспалительного процесса. Мы видим, какие изменения идут со стороны функции желудка. Там явно есть воспалительный процесс. Вот ракта об этом еще раз нам свидетельствует. Подтвердили. Но давайте обратим внимание, что есть еще одна ткань, пятая ткань, астхи, которая также находится в явном напряжении. То есть вот она уходит в красный фон. Что же такое астхи? Астхи – это та ткань, которая отвечает за состояние костной системы. Состояние костей, хрящей, ну, если так говорить более объемно, за регуляцию обмена кальция, за прочность костной структуры. И мы видим, что астхи напряжена. Давайте вспомним, что перед нами пациентка, которая, ну, довольно, так скажем, уже в взрослом возрасте, да, 60 лет. Ну, что она женщина, и, соответственно, мы понимаем, что женский пол плюс вот такой вот возраст, который связан уже с явно произошедшими гормональными перестройками в организме, говорящий нам о том, что эстрогенов уже очень-очень мало, это женские половые гормоны. И нужно сказать, что женские половые гормоны, они играют колоссальную роль в организме женщины. Они много чего защищают организм женщины. Ну, если сравнивать, допустим, с мужчинами, то по развитию некоторых нозологических форм, благодаря эстрогенам идет защита организма женщины и, допустим, в развитии, допустим, тех же сердечно-сосудистых заболеваний преобладают сначала мужской пол. Но когда вот у женщины меняется гормональный фон, то, соответственно, защиты нет и выходит на равные позиции. И в плане обмена кальция. Нужно сказать, что эстрогены, они способствуют усвоению кальция костной структуры. И таким образом переводят кальций в кости и делают кости прочными. Когда же эстрогенов становится мало,
то эта функция нарушается. И наверняка вы знаете, что для женщин такого возраста и старше характерны проблемы, связанные с остеопорозом. То есть с резорпцией костной ткани. Костная ткань разряжается, она становится порозная, она становится непрочная, и это является склонностью к развитию спонтанных переломов. Нам пациентка не предъявила никаких жалоб. Мы внешне на нее посмотрели, ничего не определили. Но тем не менее, когда мы открыли вкладку Нидана-Дхату, мы увидели, что астхи напряжена. И тоже давайте это себе зафиксируем, что имеются изменения со стороны вот кальциевого обмена. Следующая вкладка по Нидана – это Панчамахабхут, это пять элементов, из которых состоит наш организм. И давайте вначале посмотрим на их распределение, на их рейтинг. Мы видим, конечно, что преобладает элемент огня. Огонь находится, да, в, так скажем, ведущих позициях, то есть показатели по огню очень высокие. Но, тем не менее, посмотрите, воздух, да, составляющая воздуха, она тоже напряжена и тоже находится в красном спектре. Что бы это значило? Да, это еще раз нам подтверждает о том, что перед нами человек, пита типа конституции. Мы это подтвердили уже с разных, так скажем, позиций. Но наличие воздуха, а воздух и эфир – это компоненты ваты, так вот воздух, который напряжен, он как бы раздувает огонь. Он раздувает огонь и делает его более активным. То есть здесь вот такая вот сочетанность вот этих вот признаков. Соответственно, на такой вот большой показатель огня он способствует тому, что происходит угнетение джалы. Джала – это вода, и, соответственно, это представитель капхи. Совсем мало, да, посмотрите, элементов, которые определяют капху. Соответственно, давайте будем снижать огонь с одной стороны, подавлять энергию огня для того, чтобы дать возможность увеличиться джале, воде, как представителю капхи, потому что капха – это доша выражена меньше всех. С другой стороны, мы видим, что воздух раздувает огонь, его стимулирует, а все, что связано с преобладанием элементов, характеризующих вату, в частности вот воздуха, это говорит о повышенном, так скажем, о преобладании процессов возбуждения, то есть о неком таком преобладании процессов возбудимости, то, что касается со стороны, прежде всего, центральной нервной системы. И вот на фоне каких-то таких психоэмоциональных возбуждений это опять же может способствовать развитию язвы. Язвы, обострению гастрита и язвы. Так как одной из причин развития язвенной болезни желудка и гастрита в том числе является стрессовая ситуация. И есть такое понятие, как стресс-язва. Поэтому вот здесь очень довольно интересный случай. Вот эта вот сочетанность огня и воздуха будет нам как бы способствовать тому, что мы давать рекомендации будем в плане того, что одной из рекомендаций будет являться некое такое седативное воздействие. То есть этому человеку показано обязательно седативное воздействие. Ну, про седативное воздействие дальше я нигде останавливаться не буду, поэтому хочу сразу здесь сказать, так как человек пита типа конституции, в качестве седативного воздействия можно выбрать такой фитокомпонент, который называется джатамамси. Джатамамси, как вы известно, это горная валериана. Но, можно сказать, а почему не обычная валериана? Ну, потому что обычная валериана, которая всем нам известна, она будет активировать питу. А питы много. А вот именно горная валериана, джатамамси, вот в данной ситуации будет очень показана в качестве седативного эффекта. А следующая вкладка – это вкладка биоэнергетики. Ну, я разбираю основные аспекты, да, то есть мы касаемся основных аспектов. Вкладка биоэнергетика оценивает в целом мощность энергетического поля. Мы видим, что эта мощность несколько снижена.
и идет некое распределение по функциональным системам. Энергетическое распределение потоков по функциональным системам. И вот здесь вот я жирным шрифтом выделяю как раз те системы, которые работают с неким напряжением, ну, по сравнению с другими. Прежде всего это желудок. От общего распределения, да, берет на себя практически больше четверти. Это 26,5. И посмотрите, и тонкая кишка 15,6. Таким образом, вот у данного конкретного человека процесс, который имеется со стороны системы пищеварения, а именно желудка и тонкой кишки, ну, желудок, как вы знаете, в дальнейшем переходит в 12-перстную кишку, и они совместно, да, активно трудятся. Вообще нужно сказать, что если мы говорим про проблемы гастроэнтерологии, то выделенная, да, диагностированная какая-то одна проблема, она не является монопроблемой. Органы пищеварения, они чисто физиологически и анатомически устроены так, что, во-первых, они все располагаются очень близко, это целый, да, органокомплекс, и у них общая система иннервации и кровообращения. И, соответственно, если страдает какая-то, ну, структура, значит, желудочно-кишечного тракта, то, как правило, будет вовлечена в процесс и соседняя, та, которая рядом функцию выполняет. Ну, конечно же, да, мы видим опять напряжение со стороны желудка, и в процесс вовлекается еще и функция тонкой кишки. Ну вот посмотрите, и селезенка, и поджелудочная железа тоже 15, так же, как и тонкая кишка. Но нужно сказать, что поджелудочная железа, она имеет прямую связь с тонкой кишкой, то есть туда выделяется сок, богатый ферментами, который необходим для пищеварения и для усвоения пищи. То есть, посмотрев на эту вкладку «Энергетическое поле», мы еще раз убедились в том, что основная проблема, которая и привела человека, и по отношению к которой мы будем давать рекомендации, это, конечно же, проблемы, связанные с нарушением функции системы пищеварения. Далее, заканчиваем мы, соответственно, разбор диагностического модуля вкладкой «Статистика». Ну, здесь не очень хорошо видно почему-то, но всем вам хорошо известно, да, что программа автоматически дает заключение по характеристике физиологических ресурсов, адаптационных ресурсов этого организма, соответственно, с характеристикой тех элементов регуляции, которые либо активно работают, либо наоборот их активность снижена. Ну вот мы уже оценили Total Power, сказали, что адаптационные возможности несколько снижены, что эти адаптационные возможности вот у данной конкретной пациентки, они реализуются за счет симпатического отдела вегетативной нервной системы, то есть все, что связано с возбуждением. И мы видим, что управление регуляцией всеми функциями идет на совершенно сегментарном уровне, базовом. И основная функция, которая вовлечена в патологический процесс, это функция, связанная с пищеварением и, значит, ферментативными процессами секреции и моторики со стороны уже непосредственно желудка. После того, как мы произвели, так скажем, разбор этого пациента в плане диагностического модуля, мы переходим к рекомендациям. Ну, на каких-то рекомендациях я не буду очень подробно останавливаться, потому что есть вещи, которые мы все прекрасно знаем. Ну, мы начинаем работать, конечно же, со вкладки «Образ жизни». И, открыв вкладку «Образ жизни», мы получаем характеристику, характерную для питотипа конституции. Ну вот я хочу сказать сейчас, что у нас ведется разработка прям очень активными темпами над разработкой модуля, где будут даны рекомендации по образу жизни не по трем, да, ведущим дошам, а по девяти, да, с учетом ведущих еще и субдош, по девяти составляющим. То есть более подробная будет характеристика дана образа жизни и рекомендации, связанные с ним. Так, значит, мы даем рекомендации по режиму дня, по режиму приема пищи, что очень важно. Почему? Потому что любые рекомендации и успех любого лечения, хоть где, в традиционной, нетрадиционной медицине, первое, с чего начинается, это с того, что пациент
должен договориться сам с собой прежде всего, что он будет строго следовать рекомендациям режима дня и диеты. Если человек не настроен соблюдать режим дня и он не настроен соблюдать соответствующую диету, которую ему рекомендуют, то ждать каких-то результатов потрясающих он не должен и не может этого делать. Поэтому первое – это, конечно же, рекомендации по образу дня и в целом, да, по рекомендации образа жизни. Следующая вкладка, которая здесь представлена, ну вот видно, я буду все озвучивать сейчас, это вкладка «Фита». То есть мы выяснили, что у этого человека проблемы с работой желудочно-кишечного тракта, конкретно проблемы, связанные с функцией желудка, так как он, да, у нас везде в красном фоне. Плюс женщина давно никуда не обращалась, никогда, ну, уже очень давно никогда нигде не обследовалась. Вот беспокоят ее вот эти проблемы. Она про них как бы знает. А почему знает? А потому что когда-то очень давно, давно так, что она сама не помнит когда, ей был выставлен диагноз язвенной болезни желудка. Когда-то, может быть, его лечили, а может быть, и не лечили, все зависит от самой этой женщины, но вот уже на протяжении многих-многих лет, оказывается, симптоматика периодически появляется, проявляется, да, обострение процесса. Вот исходя из этого, исходя, что мы увидели, давайте вот мы открыли вкладку «Фито», и во вкладке «Фито» мы выберем сейчас те компоненты, которые были для нее, так скажем, наиболее показаны. Задали мы конкретный нозологический фильтр, это проблемы пищеварительной системы, это болезни желудочно-кишечного тракта. И нам программа, как вы видите, выделила здесь те травы, которые выделены жирным шрифтом. Я взяла западные травы, западную номенклатуру. Итак, что мы выбираем? Как формировать фитоконструктор? На каком принципе это, по каким принципам это происходит, этому очень подробно на своих вебинарах обучает Олег Викторович Сорокин. Мы сейчас очень, так скажем, ну, разберем основные принципы формирования фитоконструктора для данной конкретной пациентки. Итак, наверняка вы знаете, что нужно учитывать три составляющих, которые называются воин, царь и царица. Соответственно, воин – это тот фитокомпонент, который будет воздействовать непосредственно на причину, то есть вот на, видимо, гиперпродукцию соляной кислоты, на причину, которая приводит вот к этим вот болевым ощущениям, нарушению слизистой желудка. И воин мы, в качестве воина мы выбираем лопух. Вот здесь лопух – это фитокомпонент, который очень хорошо показан для представителей ПИТа типа конституции. Следующим компонентом является царь. Царь – это компонент, который влияет на конституцию. Женщина – представитель ПИТа типа конституции. В качестве воина мы выбираем фитокомпонент, который называется алтей. Вот он. И третий компонент – это царица. Царица – это составляющая обязательно всех фитоконструкторов, это тот компонент, который влияет на огонь пищеварения. Так вот, в качестве царицы мы выбираем солодку. Вот у нас появилось три компонента. В соотношении воин 50%, царь и царица по 25% мы готовим такой фитосбор, который мы порекомендуем заваривать, настаивать, да, в термосе в количестве, там, допустим, 250-300 мл и принимать в течение дня вот этот объем, ну, в течение дня, да, там между приемами пищи, как правило, и принимать такой фитосбор мы порекомендуем недели 2-3. Вот то, что касается фитомодуля. Следующий модуль – это модуль «Арома». Модуль «Арома», так как перед нами представитель ПИТа типа конституции, а модуль «Арома» учитывает психоэмоциональное состояние, то для представителей ПИТа типа конституции, ну и по поведению этого человека, мы выбираем такую ситуацию, которая называется раздражительность.
есть мы выбрали раздражительность. И, соответственно, вот у нас выходят некие ароматы. Мы можем выбрать совершенно любой аромат из того, что здесь выделено жирным шрифтом, и использовать их в соответствии вот с теми рекомендациями, которыми появляются в нижнем окне. Эти ароматы можно использовать в качестве аромакурительниц, да, в том помещении, в котором человек находится, либо в виде массажного масла. И вот мы сейчас, когда дойдем до модуля массаж, массаж стоп, то вот нам в качестве вспомогательного компонента мы можем брать какое-то масло, аромамасло, вот из того, что здесь нам предложено во вкладке арома, и сочетать два компонента – массаж и воздействие ароматерапии. Следующая вкладка – это вкладка, которая у нас идет следующая по порядку. Это уже непосредственно БАДы. И вот сегодня в качестве вкладки БАДы давайте мы используем компанию, которая называется Veda Herbs. Это компания, которая производит аюрведическую продукцию. Не очень жаль, почему-то такое плохое изображение. И, соответственно, мы подберем компоненты, которые, значит, аюрведические, которые показаны также при заболевании язвенной болезни желудка. Выбираем два препарата, которые здесь вот указаны. Это первый препарат называется, ну я их назову, это Redu Pitta, который непосредственно показан при язвенной процессе, то есть он как бы редуцирует, да, плюс само название Redu Pitta. То есть он очень показан при язвенных процессах. А из желтого столбика мы выберем препарат под названием ацикол. Это препарат, который снижает кислотность. Так вот, как же применяются эти препараты? Эти препараты активнее всего, их, так скажем, эффект любых БАДов, да, и в том числе вот БАДов, связанных с язвенными процессами, в желудке и в 12-перстной кишке, самый оптимальный срок применения – это 108 дней. 108 дней – это цикл приема этих БАДов, то есть Redu Pitta и ацикол. Но хочу напомнить, что у данной пациентки мы еще выявили напряжение астхи, хату астхи, то есть все, что связано с нарушением кальциевого обмена. А, соответственно, мы можем порекомендовать в качестве биологически активной добавки из этого же модуля Veda Herbs. Давайте выберем препарат, который непосредственно в себе содержит кальций. Это препарат кальция. Провал Пришви препарат называется. И, соответственно, мы можем его тоже порекомендовать как источник кальция. И вот здесь особенности по приему препаратов кальция. Эти препараты принимаются курсом 2 недели, и лучше их, вот этот провал Пришти, препарат, содержащий кальций, лучше его принимать на растущую луну. То есть примерно 2 недели принимается препарат на растущую луну, затем, когда луна становится, значит, идет на убыль, делается перерыв, затем снова 2 недели применяется вот этот провал Пришти, кальциевый препарат, опять 2 недели перерыв, и так нужно повторить хотя бы 3 месяца. Затем делается перерыв на 3-4 месяца, ну, учитывая данную проблему, плюс, конечно же, под влиянием диагностики, то есть мы можем посмотреть, а как ведет себя этот хату, мы, соответственно, можем как-то изменить курс лечения. Ну, а вообще, соответственно, вот курсы лечения 2 недели на растущую луну, 2 недели перерыв курсом около 3-4 месяцев, затем 3-4 месяца перерыв и снова начинаем. Ну и под контролем, так скажем, состояния. Это то, что касается приема БАДов. Ну, вкладка «Диета» тоже вам хорошо известна. Значит, мы выбрали конкретную нозологическую форму, вот она, заболевание желудка 12-перстной кишки. Диета, которая рекомендуется и приводится в первых двух столбиках с выделением некоторых продуктов, которые выделены жирным шрифтом.
И мы должны сказать пациентке, что на эти продукты нужно обращать определенное внимание, не уходить на монокартофельную диету ни в коем случае. Но продукты, содержащие, допустим, топленое масло, картофель, да, там, кинза, вот то, что выделено жирным, они должны присутствовать в рационе питания обязательно. Следующие методы воздействия, это мы уже переходим к физиопроцедурам. И первая процедура, которая у нас идет в ОПК «Ведопульс», это массаж стоп. Массаж стоп, соответственно, когда мы рекомендуем? Вот лучше, когда нет выраженности симптоматики. И массаж стоп лучше всего, ну, вообще я хочу сказать, что если мы видим такие проблемы со стороны желудка, ярко-красном цвете, плюс когда-то давно был поставлен диагноз, плюс ситуация нелеченная, сейчас есть жалобы, то мы должны, конечно же, порекомендовать этой пациентке сделать такое исследование, которое называется ФГДС. Да? То есть исследование желудка и 12-перстной кишки. Вот где уже будет достоверное морфологическое описание, и, возможно, даже если это необходимо, во время этого исследования берется кусочек ткани и отправляется на биопсию. Почему нам это важно? Сейчас мы разберем два следующих модуля: рефлексотерапию и физиотерапию. Так там вот очень важно знать заключение биопсии. То есть обязательно должны порекомендовать. Что же касается вкладки массаж стоп? Ни в коем случае не на пике обострения нужно делать массаж стоп, а тогда, когда процесс уже начинает быть, так скажем, терапия и ослабление симптомов. И очень важно, чтобы, вот если мы установили язвенный процесс, чтобы ни в коем случае не было кровотечения язвы, чтобы не было даже кровоточивости, потому что вот воздействуя на эти биологически активные зоны, которые расположены на ступнях, мы можем спровоцировать эту ситуацию. Так, ну давайте возьмем тот момент, когда нет никакого кровотечения, просто язвенный процесс. Итак, вне выраженности остроты процесса выбираем рецепт, задаем определенную нозологическую форму, выбираем нозологию, и вот нам выходит рецепт. Рецепт начинается с зоны почек. Вот показана зона почек, где она здесь находится, и даются характеристики, как осуществлять массаж. Вот здесь массаж мы можем осуществлять с применением тех ароматов, которые мы видели во вкладке «Арома», и сочетанность двух действий. Значит, как любой курс массажа, так и массаж стоп проводится не менее 15, так скажем, в пределах 15 процедур. Соответственно, курсы такого массажа стоп можно повторять в год где-то примерно раз в 3 месяца. То есть до 4 раз в год можно делать вот курсы массажа. Следующие вкладки по рекомендациям по физиотерапии – это модуль, который называется «Традиционная китайская медицина». Он включает в себя одну из составляющих – это рефлексотерапия. Рефлексотерапия – это воздействие на биологически активные точки при помощи вот этого устройства, которое называется ведолазер. То есть воздействие идет конкретно на точку акупунктурную, плюс воздействие лазера, плюс воздействие ионов серебра. Такое вот многокомпонентное воздействие. Соответственно, что? Мы выбираем также заболевание пищеварительной системы, выбираем заболевание язвенную болезнь желудка и 12-перстной кишки, и появляется рецепт. Ну, вы видели, когда открывали программу «Ведопульс», что выходит рецепт, который расписан по дням, по часам. Как правило, в день идет две процедуры в утреннее время и в вечерние часы, или можно даже сказать иногда в ночные часы. Каждая точка показана и дается полностью ее характеристика, соответственно, к чему она, к какому каналу, к какому меридиану принадлежит. Если это утренние часы, то пациент может приходить к вам непосредственно, да, и вы воздействуете на эти акупунктурные точки. Если же время вечернее и ночное, и вот многие задают вопросы, что же делать? Ничего страшного. Значит, этот документ сохраняется. Вот здесь есть такая кнопочка «Сохранить
заключение. Нажав его, автоматически оно заключается там, где вы захотите, на рабочем столе, на флешке вашего пациента. И вы получите заключение, в котором будет расписан рецепт, картинки с указанием каждой точки. Ну, для, так скажем, удобства вы можете прямо эти точки на пациенте нарисовать. Это ничего страшного в этом нет. И в вечернее ночное время пациент к этой точке активной, да, выйдем из положения таким образом, что мы к ней приклеим зернышко гречки, либо зернышко пшена. И у нас получится такой суджок воздействия. И пусть так пациент ложится спать. И не нужно вставать там среди ночи, если время вышло. То есть можно так вот с таким воздействием провести и всю ночь. Таким образом, мы можем рекомендовать в качестве вот физиотерапии рефлекса воздействия, рефлексотерапию. Значит, все воздействия происходят в соответствии с рецептом. Таких циклов можно делать до 4 раз в год, так же, как и массаж. Но вот я хочу сказать, что когда выявлена ситуация и вот самый острый процесс снят, мы сделали курс рефлексотерапии, и обязательно его нужно закрепить через месяц. Вот мы через месяц его закрепляем. И, соответственно, таких курсов мы можем сделать до 4 в течение года. Но смотрите, рефлексотерапия – это мощное физиотерапевтическое воздействие. Поэтому, если это точный диагноз язвенной болезни желудка, то обязательно такому пациенту делается ФГДС и фиброгастродуоденоскопия и с обязательным исследованием вот этого язвенного участка. Для чего? Нам нужно исключить процесс малигнизации. Малигнизация – это перерождение, преобразование язвы в онкологический процесс. Это является одним из осложнений язвенного процесса. Вот это нужно исключить, потому что любая онкология – это является противопоказанием любой физиотерапии. Потому что физиотерапевтическое воздействие может стимулировать разрастание вот этих атипичных клеток. Ну, это не обязательно, но мы должны про это знать. И следующий рекомендательный модуль – это, соответственно, уже непосредственно физиотерапия. Так вот, я хочу сказать, что вот данной конкретной пациентке с ее язвенным процессом мы не можем назначать все. Вот все, что вот у нас есть, мы все назначили. Массаж, рефлексотерапию, физиотерапию, то есть все подряд. Нет. Если мы выбираем между рефлексией и физиотерапией, то мы должны остановиться на чем-то одном. Два таких мощных физиотерапевтических действия, они, ну, совершенно ни к чему не нужно. Достаточно одного. Если мы остановили свой выбор на физиотерапии, то, соответственно, модуль, да, который здесь нам демонстрирует точно так же, мы выбираем систему, которая включена в процесс, мы выбираем нозологическую проблему, в данном случае вот это язвенная болезнь желудка, и нам опять также выходит рецепт. И строго следуя этому рецепту, при помощи вот этого физиотерапевтического устройства, который обладает полифакторным воздействием на организм. Прежде всего, нужно сказать, что его физиотерапевтический эффект, физиовоздействие, так скажем, на организм, связано с тем, что он включает в себя влияние нескольких различных характеристик инфракрасного излучения. То есть это лазерное инфракрасное излучение, широкополосное инфракрасное излучение и красное видимое излучение. Вот совокупность всех этих факторов имеет свое, так скажем, благотворное влияние на зону воздействия. Соответственно, выделяя каждую зону, она показана здесь в рецепте, указаны и частота, и время экспозиции, которое устанавливается непосредственно вот на данном приборе, и таким образом оказывается лечение. Лечение также можно проводить до 4 курсов в течение года, но обязательно с исключением, так скажем, онкологического процесса. Еще раз хочу сказать, любая онкология является прямым противопоказанием, значит, действию любых физиопроцедур.
Ну вот в связи с тем, что мы сейчас вот работаем, открыли, да, модуль рефлексотерапия, хочу сказать, что в субботу как раз вот разработчик этого модуля Сергей Викторович Косинцев, у него будет вебинар, который будет посвящен теме «Продвинутые методы рефлексотерапии». И вы можете подробно послушать информацию и задать ему вопросы как разработчику этого модуля. И в конце работы с нашим пациентом мы формируем непосредственно заключение. Но как его формировать, я останавливаться на этом не буду. Мы сюда заносим все, что нам необходимо, даем рекомендации по фито уже с конкретными применениями, по арома, да, указываем какие-то проблемные места, указываем там ведущую дошу, сбрасываем, формируем заключение, которое будет информативно и понятно для вашего пациента, и, соответственно, с этими рекомендациями с ним прощаемся. Но при этом мы обязательно договариваемся, что вот, допустим, с сегодняшнего дня он начинает придерживаться определенного распорядка дня, диеты, применять нужные там фитопрепараты, проводить курс массажа и так далее. Если это необходимо, мы даем обязательно рекомендацию сделать какое-то исследование профессиональное, медицинское, ну вот в данном случае это ФГДС, да, и назначаем ему время повторного приема. Время повторного приема на ваше усмотрение. То есть вы можете назначить его, так скажем, ему повторный прием, ну, допустим, не через 5 от начала лечения. И в течение этих 5 дней вы увидите результаты, которые в организме происходят. Это, если все происходит правильно, если вы подобрали все правильно, то, соответственно, динамика будет положительная, и эту динамику вы увидите на вкладке и индексы прежде всего, и на вкладке и спектр, да, он изменится, баланс дош несколько поменяется, субдоши отреагируют на функциональные изменения. Таким образом, мы заканчиваем обследование, даем рекомендации и ждем следующей встречи с этим пациентом. Ну вот, на этом позвольте закончить и всех поблагодарить. Всего хорошего. Всем до свидания.